Сегодня буду собирать схему тестер проводимости, и для этого мне понадобится металлическая пластина, батарейный блок, светодиод, соединитель, лампа и электромотор. Берем батарейный блок. Берем соединитель. Одну часть подключаем к батарейному блоку, а другую к лампе. Вот как у нас будет выглядеть схема. Теперь берем металлическую пластину и соединяем ее одним концом к батарейному блоку, а другую к лампе. Вот. У нас загорелась лампа. Она загорелась, потому что вот этот металлический брусок проводит электрический ток. То же самое и со светодиодом. Как он красиво светится. Благодаря такому опыту вы можете узнать, обладает ли материал токопроводимостью. Если предмет не будет работать, электрический, значит этот предмет не проводит электрический ток. То есть, взяв деревяшку и подключив ее вот одним концом к батарейному блоку, а другую к электромотору. Естественно, электромотор работать не будет.